Знаете, друзья, что такое басня? Это когда рассказывают, как нужно себя вести, чтобы счастье и радость обрести. А иногда, как не надо себя вести вовсе. Много разных басен написал Иван Андреевич Крылов. Мне очень нравится одна из них, про музыкантов. Там, кстати, и медведь есть. Квартет. Проказница-мартышка, осел, козел да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стой, братцы, стой!» — кричит мартышка. «Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите! Ты с басом, Мишенька, садись против альта! Я прима, сяду против вторы! Тогда пойдет уж музыка не та! У нас запляшут лес и горы!» Расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. «Постойте ж, я сыскал секрет!» — кричит осел. «Мы верно уж поладим, коль рядом сядем!» Послушались осла, уселись чинно в ряд. А все-таки квартет не идет на лад. Вот пуще прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шум их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтобы их решить сомненье. «Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привесть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть?» «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье и уши ваших понежней», — им отвечает соловей. «А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь».